Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Redmi Watch 5 Lite, и сейчас я покажу вам, как настроить интенсивность вибрации. Итак, мы открываем настройки, проходим в раздел «Звук и вибрация», и здесь выбираем «Вибрация», можем ее включить или выключить, и также настроить интенсивность. Выбрать либо нормальное, либо сильное. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.